Жители дома номер 32 по улице Батаршина во втором часу ночи проснулись от странного шума. Поначалу многие подумали, что с крыши упал снег. Оказалось, это не так. В многоэтажку на полном ходу врезался иномарка. Судя по всему, он на здоровой скорости, то есть он снес сначала столб, потом в дом, потом рикошетом в дерево, потом обратно сюда в сугроб. И потом уже откатился на мою машину. В результате у Тойоты, которая была припаркована вдоль обочины, Солярис помял заднее крыло. Несмотря на такие повреждения автомашины, водителю удалось избежать серьезных травм. Если бы он чуть-чуть, скажем так, левее, то здесь бы, наверное, собрал все машины. Скорость была у него явно очень большая. А за рулем пьяный, что ли, был? А мы не проверяли? Ну, мы за руку не держали. Похоже, да. Если подтвердится, что за рулем Соляриса находился нетрезвый человек, кроме лишения водительских прав, ему придется заплатить крупный штраф и раскошелиться за ремонт дорожного знака, который сбил его автомобиль. Лейсан Латыпова, Игорь Безов, Артем Агалаков, Эфир 24.